Ну все, настроено, короче. Меня слышно? Давай. Да, так, нормально, нормально. Общем... Бач, а, слышишь, Борис, а почему оружие с собой носит оружие? Тишина. Уважаемый, где вы видите Бориса? Где вы видите Бориса? Он Аркимат. Вы, это самое, в следующий раз, да, газеты читайте. Так, ну что, на три гудка кто гудки дает? Ты. Ну давай, давай, топи. А тут походу че, блядь, с этими, с, блядь, с двигателем, походу. Походу, да. Тут че с двигателем? Ну с двигателем обычно, за... где оказывается с двигателем? О магад. О магад. Все. Ну что там, рассказывай. У меня двигатель, все. Удачи, двигатель. О май гад. Бро, ну что там у тебя? Что случилось? Жалуйся, что случилось? Двигатель сдох. Ну а как ты хотел? Это же гонка, это же профессионально. Браков... Ты профессионал? Не. Ну просто гонщик ты такой. Тачки все со с тачкой все хорошо. Все в одинаковых позициях. Иди чи. Ты чинить ее собираешься, лучше ее почини. Маленькая фигня. Ну ладно, бро, давай, ты, короче, это самое. Как будешь готов, сразу залетай, слышишь? Уже готов. Так, все, возвращаемся на трек. На трек возвращаемся. Так, ребят. Слышь, да. Борис, едь со мной сейчас. Этот, сейчас фул двигатель не вкачанный, все, просто он, блядь, едет. Ну видно же, что по нему он едет. Я не вкачан, нет, давай так, я демку. Все хожу. Вкачиваем движки на максимум. Все, я понял. Окей, я понял. Давай, честно, давай. Вы честно, вы не играть не умеете. Я согласен с тобой. Вкачиваем я, машину. Вообще-то на дефолтном движке. Все, вкачиваешь ехал. Машину на биток. Все, я сказал, вкачивай. Тут видно то, что он едет с этим, с двигателем. Все, двигатель, тормоза, трансмиссия, все на максимум, все. Клаксоны там, не знаю, что у вас там еще, подвески. Так, броня на максимум. Так. Так. Турбо. Смог. Так, все теперь в одинаковых позициях, ребят. Все в одинаковых. Я говорю, все в одинаковых позициях. Да, все вкачали, нормально. Поставили тачки прямо. На это самое. Давай, гудок отдавай, Ярослав. Давай, гудок отдавай. Ha ha.
Бро, молодцы. Второй круг. Он на ноуклипе, что за бред? Он на ноуклипе, ну, Боря, это так нечестно, не считай. Так, кто на ноуклипе, подожди, кто на ноуклипе? Кто на нон-клипе? Так, я могу сказать последний круг, последний. А что вы еще один круг должен был? А кто на нон-клипе был, ребят? Кто на нон-клипе был? У меня я тачка слаб. Перевернулась, я не играл. Мне все, тогда про это те, кто попереворачивались, они последние. Я так понимаю, две тачки остались впереди. Я шел сзади, вы все оказались сзади. Поехали. Кто-то передо мной еще один был выиграл. Я самый первый. Пойдемте ремонтироваться. Ремонтироваться пошли. Ремонтироваться, окей. Что за бред? Поставьте чат на глобал. Ребят, поставьте чат на глобал. На глобал поставьте, пока играем. Как слышно, прием? Я поехал ремонтироваться. Поставьте чат на глобал. Поставь чат на глобалку. Всем чат на глобал. Как слышно, прием? Алло, чё? На глобал чат? Чат на глобалку, да. Как? Чат сеттингс и... Там, типа, этот, 10 метров, чё где там стоит. И там, видишь, девочки, мотай на глобалку. Где? А, вот. Кто у нас там такой... Такой умный глобал, опять. Все, глобал. Но не знает, где чат на глобал ставить. Да все, ну, я знаю. Такие. Как так можно на ноуклипе кататься? Кто? Так, угадай, Ярослав, кто? Смотри, штрафные очки на минус одно первое место. Сразу. Тот, кто включает ноуклип и был замечен, сразу говорю. Вот ты, допустим, третьим пришел, будешь, значит, это четвертым. Минус вторым. Одно очко. Я вторым. Я имею в виду, смотри. Кто-то включил нон-клип не для восстановления автомобиля, да, ну, когда он перевернулся. Кстати, нон-клип включается только если автомобиль перевернут. Полностью перевернут. И остановлен уже. Тот, кто двигается на нон-клипе, нарушая, так сказать, закон, тот, сразу могу сказать, все. Допустим, пришел вторым, будет третий, значит. Минус одно место. Ну, Александр, он пришел уже, получается, третьим. Потому что он на нон-клипе пролетел. Подожди, а где мой этот самый? Стоп, а где мой. Куда дели моего механика? А механик мой куда-то поехал вообще в какую-то сторону, в другую. Так, все, и едьте, кто это самое, едьте на трек. На трек едьте, я ремонтирую. А ты чё, блядь, чувак, у тебя дороги нету, что ли? Я не могу понять, что с тобой? У меня NPC-шник вообще какую-то исполняет, какую-то чш. No face, no face. Илюха. Илюха, мы этот, если что, по каташке там разговариваем. Мы тут это гонки пробуем, да. Ребят, меня NPC-шник просто тупо давит. Это какая-то херня вообще, такого никогда не видел. Ну ты ж пока что не заходишь, поэтому мы гоняемся. Нет, ты не понял, я говорю, мой чей-то NPC-шник постоянно. Боря, я не с тобой, я там в Дискорде. Ребята, вообще в шоке. Представляете, NPC-шник едет по кругу на стоянке. Можете подъехать посмотреть. Вообще. Тупо по кругу ездит. Боря, размучишься. В Дискорде. Нет, никаких Дискордов. Зачем? Кто там в Дискорде, ребята? Там Илья. Там Илья пришел. Ну пусть заходит. Мы пока что мы гонкой занимаемся. Все, он же ушел. Все, у нас другая программа пошла. Так, тем более запись идет. Поэтому будьте бдительны. С ненормативной. Стоп, у меня бенз. Так, давайте сейчас, все за бензой съездим, ребят. Давайте все за бензой. Пусть Илья залетает на этот сам. Ребят, пусть Илья, как слышно, прием. Пусть Илья залетает на казино. Давайте бензу заправим. Все заправил.
No face, no gay. А ты нам клипишь, что ли, на победе? Потому что у меня прям вообще очень мало было. Не надо этого делать. А, там инкассатор появился. Поехали, инкассатор. А какой инкассатор у нас гонка? Нет. Потом. Какой потом? У нас и так денег дофига. Зачем нам инкассатор сейчас? Потом мы уйдем. Вот именно, вот и все, сидим. Потом инкассатор, сейчас гонка. Сейчас я штаны одену, холодно, блин. Он у меня еще. Че, даже ты тоже слышишь холодно, да? Я тоже оденусь. Мне холодно, блядь. Че? Так, ребят, как слышно? Нормально. Нормально слышно. Давайте за казиношку. Давайте. Да, за сейчас возвращаемся сейчас на исходную позицию. Я что-то надеваю. Тачки у всех. Вообще на самом деле нельзя было прокачивать тачки, это нечестно. Ну я не прокачивал. А кто прокачивал? Кто тачку-то прокачивал? Я не знаю кто. Сказали, что ты прокачивал. А, ну да, конечно. Если я умею водить, если я всех обгоняю, значит я все прокачиваю. Ну, да. Ма! Бля, я еще и вышел из нее. Да ё-моё. Ну ладно, уже все. Так, ждем. Я в поломке, ребят. Я в поломке, поэтому. Сори, скоро буду. Ну давай. Так, молодца. Спасибо, бро, спасибо. Сейчас мы тут. Так, сейчас мы тут устроим. Так, все на месте, ребят. Все на месте. Ребята, все на месте? Да, мы тут вот стоим. Вставай, Ярик. Чё, поим? Сейчас, подожди, сейчас дай починить. Я сюда встану, сначала. Не переживай. У тебя крутой, это Александра Феррера, у тебя крутой цвет машины, слышишь? Это у меня. А вы вдвоем что ли поедете? Да нет, он просто ушел. И у него машина сломалась, вот. Ну, и он ко мне сел. А, да, делать ее кто будет? Где не третья? Эрик! Машина чинится. А, машина чинится у него там. Давайте, слушайте, давайте не на гудок. Давайте не на гудок, а на взрыв гранат, чтобы... Да не надо этого, слушай, ты мне тут рассказываешь, какие взрывы гранат? Ты что, с ума сошел, что ли? Давай ты еще что-нибудь придумаешь. Спецэффекты. Не надо, на три гудка там достаточно. Гранату взрывать. Мозгов вообще. Зеро. Так, у всех глобал стоит. Александра. Да. Александра Феррера, ваши танцы нам понятны. Вы машину поставите на трек или нет? Ты машину будешь сидеть, нет? Александро. Все, сбиваю его, короче. Все, сбиваю. Так, да, давай, три гудка, гудок. Давайте. Три гудка. Я. Да нет, давай Боря. Давай я. Да, Боря. Боря. Да Боря, сказали, что... Да заново я прошляпил. Все, едьте, догоняй. Да тут еще прошляпил, сейчас был в кветах все. Что-то вот, ну, разэтывался. Смотри. Все, давайте, пока. Да мы поняли, три круга. Ты у нас лучший пилот, я понял. Напишешься там, короче, когда догоните, вот. Я в благо целях, короче. Пока машина не стала на ноги, ты не имел права нажимать этот самый импичмент. Ты мне съемку ломаешь.
Не, он гонщик, это гонщик настоящий, поэтому ты его навряд ли догонишь. Кто мою машину там взял, боже мой? Ёпа! Нет, медвежок целый. А вот теперь все. Все, вот теперь все. Все, я на финиш, я опять выиграл. Да, теперь все. Да забей, ты лучше просто, понимаешь? Ну типа не, просто он, эта машина какая-то. Он реально умеет, просто он умеет, он гонки играет очень много, видимо. Очень много. Ребят, если NPC-шник сдурел, просто сдурел. По кругу поставь ездит. Мою машину, поставь машину, блин, ты заколебал. Говорят, что там. Поставь машину. О мага! Говорят, что работка там хорошая, Киля. Работка там пыльная есть. Да. Все, я этого да. дебила убил. Этого придурка убил, блин. Там говорят, мне просто сказали, что там работа пыльная есть. Кто пойдет на работу пыльную? Кого? Кто пойдет на работу пыльную? Так, ты про инкассатор? Вы трек, вы это самое, где 4, нас, смотрите, нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5 человек. Я не могу понять, почему, что все сакуны что ли, засали, только можете это самое, только могут. У нас победитель, я так понял, организовался, всех делает. Че, все остальные просто обоссались, ребят, ну как-то вообще. Все, сразу уже там на какие-то треки, вот там придумают какие-то работы. Мужиком будешь или нет? Или ты так и будешь там бегать, там работу искать? Ну вот у нас... Кто у нас первое место? Пойдемте шампанским его оболью. Идем, я тебя оболью шампанским. Это кто Давай. У нас? А кто ты это? Милф. А где, почему я не вижу над твоим ником Милф? А я не что знаю, ребята, тут такая охрана, что вообще капец. Это вот ты понимаешь, что он творит вообще? Мы играли, это он свое начал, это самое. Милф, я тебя душевно тебя, значит, поздравляю. Да, смотри. Спасибо. Да, я тебя душевно поздравляю, значит, вот тебе от меня, так сказать, презент от тебя. Твою тачку поливаю. Позолоченную, так сказать. Ты просто блеск. Понимаешь, все они по сравнению с тобой. Ну ты понял, да, как бы просто какашки. Да. Сразу обоссались, побежали какие-то работы искать, что-то вообще. Понимаешь, не стоят твоего пальца, мизинца твоего. Но сыкуны, понимаешь, вот так ведут себя просто сыкуньянно. Вот малолетняя сыкунья, вот и все. Все, их не найдешь. Ты первый, милый. Больше не хотят они с тобой это самое, так сказать. Понимаешь, да, что? Угу. Вот, я сам потерпел крушение, так сказать, аварийное. Сам не особо, так сказать, в этой технике, так сказать, имею, но тебе скажу, что ты прекрасен. Так, ну вот он вернулся. Ну что ты, свои ящики повыбивал свои ящики вот эти вот? Может тебе только в Денди играть? Слышь, Милф, ему, по-моему, только в Денди играть. Ага. Так, а где этот самый? Где? Что ты сказал? Этот самый. Вот только он это он может, посмотри. Вот это здесь вот он герой. Где вообще ничего не надо, просто с пушкой каждый герой, понимаешь? С пушкой каждый может. Ты без пушки попробуй. Сядь в тачку и покажи себя. Валяешься там за бугром. Твоя тачка говно. Нет, я тебе говорю, ты сядь в тачку и покажи себя, мужик, так называемый. Все эти самые, все витрины, все ограды, все столбы собрал. Ну а то он, понимаешь, вот тебе, вот, можешь посмотреть. Только мужик только со стволом. Так, ну чё, на трек едем или нет, ребят? На трек едем? Милф, ты как вообще готов? Да тут, ну никого же нет, зачем ехать? Никого не, подожди. Ярослав сейчас будет отыгрывать свои поражения. Ты будешь отыгрывать, Ярик? Или только будешь со стволом бегать? Ярик. Ящики собирать, ну в Денди выбивать. Ярик. Ты тут? Ярослав, мужчиной вы будете или так и будете вот это вот бегать с пистолетом? Вот смотри, ты вызвал ремонтника, обычно после стрельбы они перестают работать. Потому что ты их напугал. Будешь опять ждать.
мужчина со стволом, так сказать. Иду, иду, все. Да-да, все, хорошо. Так, Мил, скажи мне такой момент. Я вижу тебя, ты на новом клипе. Слушай, ну где, а где все остальные? Где все? Я не знаю, сейчас пойду поем, приду. Я сейчас поем, приду, давай. Так, значит, я что, мне ТП-шить тут сюда всех? Я так... Ну, смотрите, Мил, подскочи. Ярослав, ты хоть потренируйся поить, что ли, я не знаю. Как слышно меня? Так, Александра Феррера. Ага, Александра Феррера у нас номер третий. Александра Феррера, я вас слушаю. Меня слышно вообще? Ой, мужчины. Поехал тренировал. Все, движку капец. Капец движку, мама дорогая. Да, да. Так давай на других тачках, на этих-то. Нет, нет, эта тачка уникальна тем, что здесь нужно уметь овладеть. Да какие другие тачки? Здесь все в одном ключе, эта тачка специально поставлена для гонки. Ты что, не видишь, что ли, что у нее есть определенная физика, что здесь не надо уметь ездить? Как на этом говне ездить? Слушай... Я еще раз говорю, мужик это не тот, кто со стволом бегает. Ты на треке покажи своего мужика, то это какая-то уже начинается ерунда. Да, да. На треке вот придешь первым, будешь мужиком, а так пока что давай. Давай, давай. Давай на трек, поехали со мной. Где все? Давай, пока Милфа нету, есть шансы, поехали со мной. Милф у нас все, и он уже зарекомендовал, это пилот. Все, любые споры, ребят, решаются либо в телестудии, либо на треке, но не на стволах. На стволах решают только вот мамкины, так сказать, эти самые, маленькие мальчики, маленькие. Вот они обычно на словах все делают. Ты тут вообще? Ярослав, ты меня слышишь? Чё? А где твой, да, а где этот самый, где этот самый дружище твой? Фиг его знает.
А чего Александр Феррера постоянно мертвый лежит? Это кто у нас? Александр Феррера, это кто? Это Никитос. Это Никитос. Смотри, на самом деле, давайте так. Давай я тебе просто вот объясню, чтобы было понятно. Смотри, здесь мы сейчас находимся все в уникальном, в одинаковом состоянии. Машины специально заточены под этот трек. Это не простая тачка. Ты сам это видишь по физике. Алло. Вот. Я просто не понимаю, как он так... Что у него прокачано? Ну, если ты не понимаешь, то потому что ты просто не можешь, понимаешь? Я тоже не могу, я ж не первый прихожу. Ты сказал бы, слушай, то самое, бро, ты первый приходишь, а мы все последние. Я прихожу так же, как ты, последний. Ну, уметь надо учись, а ты понимаешь, ты бегаешь только пушкой машешь. Так, а что ты сел в эту тачку? Раз. Ты баланс делаешь на машине, сядь вдруг в свою машину. Че, не слышу? А. Никита, слышишь меня? Я слышу прекрасно. Так нет, пускай остается. Алло, слышно? Никита, сядь в свою машину, говорю. Че делаете? Мы сейчас, сейчас будет гонка. Сядь в свою машину. Последняя гонка, я ухожу. А че такое? Ну, потому что. Надо. Так, это у нас вот вышел этот самый. А че ты в мою машину садишься? Никита. У тебя что, своей мало? Зачем ты в мою машину садишься? Могу понять. Свою тачку возьми, у тебя сзади твоя тачка стоит. Синяя твоя? Вот эта машина твоя? Кири, ты где? Сейчас, погодь. Александра Феррера, вас не слышно. Вы можете включить голосовой чат? Ребята, так, а где этот самый? Машина? Где Янкис? Где Янкис, ребят? Где Янкис? Он здесь в Дискорде сидит. Алло, Илюх. Он, короче, в Дискорде сидит, молчит. Не, ну он что, не хочет играть, что? Сейчас я еду на старт. Сейчас я вас сделаю. Ярослав, зачем ты это делаешь? Вот скажи мне. Не надо повторять, уподобляться ему, Никита. Ну все, уже поздно. Он, понимаешь, он последний в гонке приходит и выделывается. Он пытается свои вот эти моменты, где он не вообще не решает, пытается решить другими способами. Не ведись на это. Вот это его давление, да, как бы там, ну, как бы, чем он занимается, это говорит о том, что он просто-напросто слабый, вот и все. Это слабость. Че, ты его убил, что ли? Я тебя в гташке не слышно, если что. Потому что он мертв. Кошмар. Так, Никита, ты этот самый. Милф, ты здесь? Да, я тут. Так, все, поравнялись. Никита, Александра Феррера, возьмите свою машину. Становитесь на трек. Ярик, включи микрофон в гадашке. Последний раз ездим и пойдем к газу. Все, давайте встаем. Да, тебя слышно. Ладно, давайте тебя втроем. Слышно. Все, давайте втроем, раз он не ходит. А он чё, это самое, опять зассал, да? Я не могу понять, чё, сыграешь, Кири, что сыграешь, что сюда заходит? Кири, Дэя, зайди, пожалуйста. Ну чё? У меня второй монитор, зачем мне заходить? Зайди, Александра Феррера, ну, сядьте в машину, вы на трек будете ехать с нами или нет? ФДС. Давайте, я это самое, Ярослав, давай сигнал, всё, я понятно, он не поедет. Давай, Дэш, сигнал. Три сигнала, давай. Ярик, сигнал. Вообще, на самом деле, такие так секунды, я вообще посмотрел? В шоке. Просто секунды нет, оказались. Нет, еще. Сейчас, погоди. А сейчас? О май гад, я умираю. Мама дорогая, не вовремя. Ребята, у меня здоровье. Все, отыгрался. Да что меня так носит, я не пойму. А чё у меня машина едет? Топливо есть. Все, проиграли. Вот и вся игра. Вот так надо выигрывать, все. Ребят, я первый, поэтому все. Рано радуешься. Че, все? Не первый ты? Не первый.
Все, я умер. Все, ладно, давай, пока, удачи. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята.